Всем привет! Всех рада видеть. Всем отличного дня, прекрасное настроение. Вот сегодня попозже сегодня приехала в зал. Юля там наверху выполняет задание. Кардио сейчас пойдем, ну, доделаю здесь свою тренировку. Мне уже чуть-чуть осталось. Вот. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Сделала последний подход. У меня сегодня были суперсеты. Работала на ноги и ягодицы. У меня сейчас я работаю по такой программе. Две тренировки в неделю на низ. Одна тренировка чисто на ноги. Одна тренировка ноги и ягодицы. Сегодня ноги и ягодицы. Одна тренировка чисто на попу, извините. Одна тренировка попа-ноги. Сегодня была попа-ноги. Сейчас я вам покажу, давно хотела показать, очень много вопросов. Покажу вам гиперэкстензию и разницу, когда вы работаете в гиперэкстензии на спину и когда вы работаете в гиперэкстензии на ягодичные. Сейчас покажу вам
А, ребята, это кроссовки Nike. Это Nike кроссы. Классика. Вот. Смотрите. Просто Nike. И они... Кроссовки эти очень крутые, эта модель, особенно вот с высоким голеностопом. Почему? У меня были очень серьезные травмы голеностопа, причем прям вот очень конкретные. Последняя травма была просто разрыв. Разрыв там был связки на голеностопе. И я после этого, в принципе, себя комфортно чувствую только в таких вот высоких кроссовках. И для меня это идеальный вариант. Я когда их нахожу, новый вариант, они периодически Nike их выпускают, я их сразу покупаю по две пары, потому что, ну, для меня это то, что нужно. Вот, значит, смотрите, по гиперэкстензии давайте, сейчас, потом я на ваши вопросы поотвечаю. Пойдем наверх, там, где Юля тренируется, и поотвечаем на ваши вопросы. Ребят, я тренируюсь каждый день, в зал я сейчас хожу через день, 3 раза в неделю, когда жила на Челом, где, вы знаете, ходила каждый день. В Москве тоже буду стараться каждый день. Вот. Значит, смотрите, разница в гиперэкстензии. Что прежде всего хочу вам сказать по поводу гиперэкстензии. Ну, в этом упражнении, как и в любом... Так, темно. Ага, вот так вот. Свет на меня. А в гиперэкстензии, как и в любом упражнении, в принципе, где задействована нижняя часть спины, надо быть очень аккуратным, потому что растет талия. Что значит растет талия? То есть вы видите, да? Вот у вас нижняя часть спины, вот ваша талия. Когда у вас увеличиваются эти мышцы, талия визуально растет. Поэтому я вам не рекомендую работать с большими весами в гиперэкстензии. Да? В тяге растет талия, если делать безграмотно. В приседе растет талия, если делать безграмотно. Что нужен? Хороший кожаный фиксирующий ремень. У меня сейчас его, к сожалению, нет. И небольшие веса для девочки. Гиперэкстензия на самом деле все достаточно просто. Вы меня слышите? Если слышите, поставьте плюсику. Если не слышите, тогда нет смысла. Слышите или нет? Прямая, на ягодице спина округлена. Всем доброе утро. Так, пойдемте наверх. Сейчас, если пока я буду проходить по улице, может на какое-то время связь исчезнуть. Вы не отключайтесь, я вернусь. И мы с вами еще поболтаем вместе с Юлей. Чок-чок, тешекюр эдарим. Чок-чок, тешекюр эдарим. Здравствуйте.
идем наверх. Не отключайтесь.